прощании с учителями и со школой всегда волнительный момент. Выпускники, для которых прозвенел последний звонок, говорят слова благодарности педагогам, ведь именно они 11 лет вели их по дороге знаний. И сейчас, когда этот путь закончен, ребята с волнением смотрят вперед, но уже начинают скучать по родной школе. С одной стороны, волнение, с другой стороны, и как-то печаль. Приходит время прощаться. Грустно, да. Очень. 11 лет мы с ним проучились в этой школе, и мы понимаем, что сегодня последний день, и мы не пойдем в следующем году сюда, и это... Даже завтра уже не Да, пойдем. Это очень непривычно и грустно. В 25-й школе в этот день 49 ребят начали новый путь во взрослую жизнь. Директор Елена Теплова горда тем, что среди них 6 претендентов на медали, и педагоги не сомневаются, что ребята наберут для этого необходимые баллы на экзаменах. Еще вчера я вас журила за шалости. Подтвердите, было вчера, да? Было. Еще вчера это было. А иногда и в кабинет приглашала. А сегодня все иначе. А сегодня я благодарю вас. Благодарю вас за то, что вы своей жизнью в этой школе прославляли нашу школу. За вашу учебу. За ваши достижения в спорте и творчестве. За вашу проектную деятельность. И благодаря этим достижениям учеников 25-я школа в очередной раз отмечена Оргкомитетом и экспертным советом Всероссийского конкурса 500 лучших образовательных организаций страны 2023, подведение итогов которого проходило на форуме педагогов в Санкт-Петербурге. Организаторы этих мероприятий передают вот такую благодарность директору Балаковского предприятия акционерного общества «Апатит» Шибневу Андрею Владимировичу за поддержку нашего образовательного учреждения. В 25-й школе в этом году 2 выпускных класса, и один из них – профильный фосагрокласс. Как рассказывает классная мама Светлана Громова, ее ученики не раз становились победителями конкурсов и олимпиад по различным предметам. И все потому, что они любознательные и целеустремленные. 18 мальчиков и 8 девочек. Этим уже запоминается. Они такие шебутные, такие, вот, знаете, энергичные. Все время были подвижные, поэтому не приходилось сидеть на месте. Конференции, олимпиады, обширная география городов. Это и Петербург, Москва, Екатеринбург, Казань. Конечно, благодаря компании «Фосагро» состоялись все эти поездки. Компания «Фосагро» уже давно не просто социальный партнер школы. Педагоги и ученики стали большой частью химической семьи, где каждый всегда готов прийти на помощь и поддержать. Поэтому в день последнего звонка представители балаковского филиала АО «Апатит» вместе с учителями и родителями говорят добрые слова выпускникам. Неважно, кем вы будете – инженерами, военными, медиками, педагогами – вы в любом случае остаетесь нашей семьей, члены нашей семьи, семьи компании «Фосагро». Мы готовы всегда прийти к вам на помощь. Будут трудности, обращайтесь. Неважно, А это класс или Б. Вы все одна наша семья. Мы за вас переживаем, мы переживаем за ваше будущее. И мы хотим, чтобы оно у вас было светлым и радостным. Впереди у выпускников пора экзаменов, но каждый из них уже определился с будущей профессией. Многие ученики фосагрокласса решили связать свою жизнь с химической отраслью, чтобы после вуза вернуться в родной город, где их уже ждут в балаковском филиале АО «Апатит».